Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Мистер Сайлер. Многие мне пишут, что курс идет очень быстро вверх и хотелось бы на чем-то еще заработать. Также, друзья, вы не только спрашиваете, на чем еще можно заработать, также еще и сами скидываете проекты, на которых можно поднять денег. То есть, как получается, люди, грубо говоря, биткоин покупали на 4000, продали его на 11, на 12, и теперь думают, куда бы этот профит еще вложить, чтобы он работал сам на себя и приносил еще деньги. Так вот, скидывайте мне очень много всяких сайтов, где вы хотите еще заработать, где кто-то зарабатывает. Очень много вижу сообщений от вас, и вот частенько мне скидывают сайт, называется он Bitsonar. Очень многие его скидывают, наверное, человек на 10-15 точно его скинуло мне за последние, там, не знаю, там, за последнюю неделю. Говорят, что зарабатывают на нем деньги. Ну, в принципе, сама вообще задумка неплохая, да, действительно, куда-то еще деньги, скажем так, внести, да, чтобы получить какой-то профит. Ну и вот, в общем, давайте сегодня рассмотрим, что это за проект, раз вы просите, давайте поглядим. Значит, сайт называется Bitsonar. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно нажать «Зарегистрироваться», указывайте e-mail, пароль, еще раз пароль, галочку ставить «Я согласен с условиями», «Я не робот», «Подписаться». Дальше вам приходит письмо на электронную почту, и вы подтверждаете, что действительно вы хотели пройти регистрацию и все такое. Так, дальше смотрим. Я здесь уже, кстати, зарегистрировался, сейчас я войду в личный кабинет. Так, авторизовываемся. Все, вошли, прекрасно. Так, ну что мы видим в первую очередь, как только заходим в личный кабинет? Это мы видим график, да, сразу свечи. Ну, это чтобы нам удобно было вообще ориентироваться. Это вообще, на самом деле, наверное, самое-самое главное, что нам нужно видеть вообще, когда мы, ну, вообще что-то в криптовалюте делаем. Нам нужно понимать, что происходит сейчас на рынке. Также, вот видите, здесь всякие есть приборчики, да, всякие удобные. Так, ну ладно, бог с ним. Так, дальше смотрим, что же у нас здесь вообще пишут. Так. Изымать каждые 10 дней, ежедневная прибыль 36% и 10-летняя прибыль, ну, 4% почти. Угу, отлично. Так, что это вообще за компания? Давайте ознакомимся. Так, заходим в базу знаний сразу. Что за компания? Так, читаем. Bitsonar начал свою деятельность в 2014 году как семейный офис, направленный на инвестирование в криптовалюту. В последующие годы к Bitsonar присоединилась команда разработчиков, которая смогла улучшить торговые стратегии компании. Мы создали уникальный алгоритм для автоматического балансировки содержимого инвестиционного портфеля. Используются уникальные безрисковые стратегии, показатели которых свидетельствуют о том, что Bitsonar всегда увеличивает капитал клиентов. Это такой бот, который торгует за вас и, соответственно, несет вам прибыль. Торгует он всегда в плюс. Маржинальная алгометрическая торговля в режиме нон-стоп, направление и объем используемых средств определяется автоматически и постоянно меняется в зависимости от движения рынка. То есть он видит рынок и закрывается, да, по хорошим позициям. Так, ну что у нас тут есть? Так, есть раздел вложения, остаток средств, планы. Так, ну давайте сразу посмотрим планы. Что у нас по планам? Так, есть тариф от $100 и до 4000, даже 4000 это не ограничение. Есть еще послать запрос. Видите, есть в индивидуальном порядке, да, отправляйте запрос. Если свыше $20 000 хотите зайти, то уже с ними обсуждаете. Они, видимо, вам счет выставляют, видимо, там какой-то определенный менеджер будет. Ну, какие-то свои преимущества, я понял. Так, ну вот я вижу, что есть, грубо говоря, бот за $100, да, пожалуй, вот я вообще его и возьму. Я уже, на самом деле, заплатил, уже его взял. Дальше я буду вносить депозит. Ну и думать, соответственно, как тут, ну, стратегии, да, разрабатывать для себя, как заработать. Так, также смотрите, друзья, у них есть, это, так, сейчас вам покажу, кстати, остаток, да. У меня вот немножечко на остатке сейчас есть денег. Ну и также вот видно, что сегодня, я вот сейчас 7 число, сегодня. Так, делал пополнение, ну, я сделал вот на $100, да, я активировал себе этот тариф. Дальше нужно сделать пополнение, и уже эту сумму, она уже будет улучшаться, да, там уже расти. Смотрите, что по оплате. Вот оплата производится с этого раздела. Если вот главный баланс, если хотите в долларах США заплатить, то США, да, допустим, и депозит. Если в криптовалюте, биткоин, там, эфириум, то вот так. Но сейчас я вам покажу, как это все делается, потому что вот я хочу демо-бота попробовать. Что с этим с этим ботом? Смотрите, он трехдневный, да, этот бот. Трехдневный пробный доступ к нашему торговому боту последнего поколения. Этот бот использует передовые алгоритмы, аналогичные EcoFund. Так, нажимаем. Так, пополнение. Так, минимальная сумма $50 до 250.
Ну, давайте попробуем этого бота. Я вам сразу же покажу, соответственно, результат. Давайте следующий нажимаем. Так, нажимаем биткоин. Угу. Так, ну здесь нам нужно сначала было пополнение сделать. Давайте вернемся в остаток средств. Так, вкладывать деньги, как депозит. Угу. Вот по этому счету мы можем отправить деньги. Отлично. Захожу в кошелек. Так, захожу в кошелек. Код смотрю, ага, отправляю, так, сканирую QR-код. Опа, скан прошел. Так, всю сумму отправить. Все, деньги я отправил, сейчас нажму паузу, подождем, пока деньги дойдут, и продолжим. Ставлю пока на паузу. Так, смотрим, деньги у нас пришли, отлично, вот мы уже видим. Так, что мы хотели сделать? Демо-бот. Так, эфириум. Угу. Все, поставили. Значит, торговая пара у нас будет биткоин, эфириум, текущий баланс мы видим, активен, оставшееся время 2 дня 23 часа, 59 минут. Значит, через это время я продолжу уже и покажу свой профит. Ну, просто как бы нажму также паузу. Также давайте посмотрим, что у нас тут есть еще по реферальной программе. У нас есть раздел, вот, ваша статистика, посмотрите, насколько детально все продумано, то есть всего рефералов, активных рефералов, бонусы, так мы видим. Вот здесь ссылку сделать, генерейт нажимаем, и появляется ссылочка для нас. Так, мы видим... Кстати, посмотрите, баннер есть с QR-кодом сразу, можно указать его на всяких англоязычных сайтах, где сразу аудитория уже будет, ну, я имею в виду, именно криптовалютная наша, да, вот найти такие сайтики, и можно скачать вот и поставить баннер. Баннер есть вон, многих размеров. Так, значит, от первой линии 10% получаем, ну, от второй 5%. Если у нас хороший план, да, чуть повыше идет, то там, соответственно, 5% будет рефералка повыше. Так, смотрим, что у нас тут еще есть. Так, вот мой остаток сейчас средств, мы видим. Вот мы видим планы, да, я купил за 100, буду думать, что сюда инвестировать. Ну, давай сначала демо-бота посмотрим, как демо отработает. А там уже эти деньги будем инвестировать уже в тот тариф, который я купил. Так, ну вроде бы пока что все. Тогда жмем паузу и дальше уже смотрим после паузы на нашу доходность, сколько мы получаем, сколько чего. Кстати, у них здесь еще где-то есть, сейчас секундочку, вот он, я его нашел. Можно рассчитать количество. То есть, допустим, если мы вот 100 долларов инвестируем, в месяц, да, подсчитываем, получаем 112. Инвестируем мы уже 1000, то есть 1125, видите, да? Если, к примеру, 5000 инвестируем, то 625 долларов, то профит будет. Ну, довольно-таки неплохие деньги. В общем, все, теперь ждем, жму паузу. Ну вот и прошло 3 дня. Давайте посмотрим, как отработал у нас, скажем так, этот демо-бот и что он нам принес. Видите, статус уже не активен, статус завершился, а вот сейчас наш текущий баланс. Заметили, да, то, что прибавилось. Так, дальше смотрите, а здесь вот, когда я перешел, я видел вот такое вот окошечко, оно не сохранилось, но я сделал скриншот, потому что доступно только один раз. Что же мы здесь видим? То есть за 3 дня у нас составило 2,63%. То есть почти 3%, ну там 2,5%, да? Чуть-чуть еще и будет 3%. Вот. В день приходило ориентировочно, ну, 0,92. То есть у нас бот зарабатывал по 0,92 от той суммы, которую я запустил в бота. Поэтому, друзья, на этом зарабатывать можно, как вы видите. Потом сразу же появились вот здесь такие сообщения, что можете еще проинвестировать, можете вывести, можете купить тарифный, ну, план вот этот. План у меня уже куплен, вы видели, за 100 долларов. Вот, инвестировать еще. Ну, вот эти деньги, которые сейчас появились, я думаю, их инвестировать по тому плану, который у меня куплен был за 100 долларов. Или же заказать сейчас вывод. Так, переходим. Остаток. Ну и для того, чтобы вывести, просто выбираем вот так биткоин, вот та сумма, которая получилась, ну и перечислить. Так, нам пишут, у вас в наличии столько, ля-ля-ля, перечислить. Так, мы здесь видим, что у меня уже вывод запрошен, вот доступно 0, то есть деньги пошли на вывод. Вот, ну соответственно, у себя где-нибудь в сообществах я публикую информацию о выводе, чтобы, соответственно, вы видели, что деньги пришли и все отлично. Вот вообще вся информация по балансу. Вот видно, что 0.004 я запускал на депозит, и бот отработал, видите, он принес мне 0.049. На мой взгляд, вообще на самом деле неплохо. То есть нужно просто покрупнее сумму. Это у меня было 50 долларов. Надо что-то запускать покрупнее, и, соответственно, можно будет зарабатывать. Друзья, также я решил провести розыгрыш на 50 долларов. Те, кто зарегистрируется по моей ссылочке, которая будет в описании под видео,
и укажет в комментариях свой либо айдишник на сайте после того, как зарегистрируется, либо электронную почту, на которую регистрировались, сразу становится автоматически участником этого розыгрыша. То есть вы регистрируетесь, пишете в комментариях данные, ну, по которым зарегистрировались, и я разыграю $50 среди этих подписчиков, среди тех, кто принял участие. Результаты я публикую через неделю, либо в Инстаграме, либо ВКонтакте, либо на Ютубе в разделе сообщества. Следите обязательно за всеми моими площадками и желаю всем успехов. Вот такое замечательное, друзья, видео. Кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья. Ссылочки все будут в описании. Пока. Money gon' make a bitch.